Ну и несколько слов о происходящем уже в самом Рио-де-Жанейро. Там последнее приготовление к церемонии открытия игр. Она пройдет на стадионе Маракана, вмещающем почти 80 тысяч зрителей. Сценарий шоу держит в секрете. Интрига. Кто зажжет олимпийский огонь? Будет ли это легенда футбола бразилец Пеле, признанный спортсменом столетия, но ни разу не принимавший участие в Олимпиадах? Или кто-то другой? Узнаем и увидим совсем скоро. Первый канал покажет церемонию открытия Всемирных летних игр завтра утром в 10:15 по московскому времени. Не пропустите.